упражнение для начинающих. Чтобы легче привыкнуть к новым нагрузкам, желательно в первое время тренировок придерживаться водного курса. Последовательность выполнения упражнений зависит от особенностей организма. Первым делом тренируется самая слабая часть тела, а за ней остальные. Итак, тренировка для девушки новичка в тренажерном зале должна выглядеть следующим образом. Первое. Обязательно разминка не менее 10 минут. Гиперэкстензия 4 повтора по 15 раз. Пресс. Скручивание по возможностям девушки. Приседания со штангой. Нужно выполнить 4 раза по 12-15 повторов. Жим лежа штанги. Количество аналогичное. Тяга за голову верхнего блока. Количество аналогичное. Подъем штанги к подбородку. Количество аналогичное. После выполненных упражнений обязательно кардионагрузка от 10 до 20 минут, а потом упражнение на расслабление мышц и обязательно растяжка. Опытным атлетам такая программа может показаться недостаточной, но для девушки-новичка ее будет более чем достаточно, чтобы организм привык к новым нагрузкам. Как только выполнять такой курс станет легко, следует переходить на следующую ступень. Ну, это, друзья, все индивидуально. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! We'll be right back.